Нюхай, нюхай. Ну что ты не светишься? Может тебе дать понюхать зад от батарейки? Нюхай, все равно не светится. Вы, ребята, случайно не знаете, где нос у светодиода? Что, думаете, я сошел с ума и даю нюхать светодиодам напряжение от батареек? Да нет, вы что? Я прочитал статью, ролик посмотрел, там так и сказано. Если дать светодиоду понюхать напряжение хоть чуть-чуть, он будет светиться. Может, в батарейках нет напряжения? Или светодиод неисправный? Давайте проверим. Сначала проверим светодиодики. Может, я нюхаю неисправными светодиодами и претензии предъявляю? Ну нет. Если от тестера подвести напряжение на оба контакта, светодиод светится. А вот как светодиод нюхает, ну просто ума не приложу. Смотрите, этот прекрасно светится. А вот нюхать напряжение не хочет. А, наверное, в батарейках напряжения нет. Или может взять повыше напряжение от аккумулятора? Ну-ка, белый светодиод, и даем ему нюхать напряжение от аккумулятора. Да все равно не нюхает. Точно нюх потеряли. Давайте измерим напряжение на батарейках и попробуем предпринять более конкретные усилия. Ну-ка, что там нам вольтметр покажет? Вольтметр Батькович нам показывает, что напряжение на батарейках имеется. Даже знак у этого напряжения имеется кое-какой. Где-то плюс, а где-то минус, а где-то посередине. Да нет, есть напряжение. А вот нюха у светодиодов нет. Как же быть? Как же так? Где нос у светодиода? Помогите мне, пожалуйста, а то я уже совсем с ума сошел. Написано же. Дать понюхать напряжение, и светодиод будет светиться. Даю понюхать, а он не светится. Наверное, я чего-то не понимаю. Напишите мне в комментариях, чего именно.